в набирающих популярность сегодня. Как вы думаете, кто? Вот отгадайте с первого раза, а я вам скажу, кто. Это, конечно же, сливки шоу «Вечный террариум» 3 месяца спустя. Я смотрел первый выпуск, где Юрий Янев, кажется, так его зовут, сажал эти террариумы. И уже прошло, оказывается, 3 месяца. Конечно же, я посмотрел данное видео «Вечный террариум». Привет, и мне друзья. Оно хорошо, понравилось. Если... Особенно понравилось там, где муравьи, вот сейчас как раз, да, этот момент. Посмотрите, как угроза. Это бешеный крылатый муравей, который появлялся из ниоткуда. Единственное, вот эта оса, которая откладывала яйца в муравьев, мне, конечно, не доставило удовольствия. Какая-то она стрёмная, главный хищник этого террариума. Но в целом задумка интересная. Я бы тоже замутил такой террариум, но мне лень. Как обычно. И тут 500 000 просмотров, 100 тысяч лайков и всего 1000 дизов. Представляете? Комментарий Фрокс какой-то. Косит под Фроста стопудово. Лайк, если любишь видосы и уры. Конечно, любим. Давайте поставим лайк. Пускай будет 181 лайк. Какая это нафиг божья коровка? Это личинка колорадского жука. Да, Юрий специально положил в этот террариум личинку колорадского жука. Но народ начал возмущаться, что типа, Юрий, как ты мог спутать, это же не божья коровка, это же личинка колорадского жука. Но я понял, что это был скрытый замысел и Юрия, чтобы у зрителей, у комментаторов начало бомбить. Ссылка на оригинальный видос в описании, проходите, смотрите. Всем пока.